Трудно представить, но пациенты Реутовского реабилитационного центра «Родничок» просят родителей не пропускать занятия. Мало того, они идут сюда с большой охотой. В центре постоянно ищут интересный и нестандартный подход к лечению и восстановлению ребенка, например, такой, как театральное представление. Актеры приезжают к ребятам регулярно на протяжении нескольких месяцев. Это студенты-третьекурсники столичного профессионального колледжа. Каждый раз артисты показывают новые постановки, в которые входят фокусы, танцы и песни. Самое важное, что ребята не просто дают представление, а вовлекают в действие маленьких пациентов. Мы им даем потрогать, например, вот оружие, что это такое, страшно им или нет, фокус, как он происходит, им становится интересен этот мир. Это положительная реакция, улыбка, доброта, то, что они раньше не могли сделать и сейчас могут. Прогресс – это первое слово, первое движение. Весь свой опыт я взял из собственной жизни, так как у меня и родственники – это дети с ограниченными возможностями. Также в детстве я очень часто занимался в определенных центрах. Без юмора в период лечения и реабилитации никуда. Это знает любой родитель особенных детей. Но развлечение приносит ощутимую пользу. В номера артистов в игровой форме вплетены методики на тренировку речи, движений рук и ног. Таисия Киселева стала самой активной участницей мероприятия. Девочка успела спеть, станцевать, попробовала себя в фехтовании и стала ассистенткой фокусника. У нас большой прогресс, и главное, что детям нравится. Участвовать нравится, вот, и, потому что это способствует разговорной речи, звукам, потому что они ставят звуки, потом гимнастика идет, разрабатывает ручки у нас, что тоже дает толчок, да, для разговора. Мне нравится это, я тоже хочу стать артистом. В «Родничке» не только с помощью театра стараются помочь детям в игре забыть о диагнозе. Ребята очень полюбили комплекс под названием «Дом совы». Но игровой он только на первый взгляд. На самом же деле это тренажер, где ребенок познает свой внутренний и окружающий его мир через движение. Это очень интересно для детей, потому что, да, там все такое цветастое, все, где можно полазить, что-то где-то покачаться, попрыгать, побегать. Вот. И это располагает детей к занятиям тоже. Направлено развитие вестибулярного аппарата, межполушарного взаимодействия, улучшает координацию движений и, в принципе, снимает вот напряжение эмоциональное. А еще в центре появилась долгожданная новинка, замены которой пока не придумали. Аппарат можно назвать просто «умные ботинки». Это подошвенный имитатор опорной нагрузки, который помогает понять пациентам, как правильно ходить. Он был изобретен в Институте авиакосмической медицины, но потом его стали применять для восстановления людей после инсульта, тяжелых травм, а также детей с ДЦП и плоскостопием. В данных ботиночках есть две камеры, которые попеременно надуваясь воздухом, помогают ребенку понять, как правильно нужно ставить ногу во время движения. Надувается то задняя камера, то передняя камера. Реабилитация ребенка в Реутовском центре «Родничок» – комплексная работа врачей, руководства, родителей и самих детей. Это уникальное место, где рады всем. Пациентами являются и ребята из других городов, а также взрослые. У нас своя программа, называется «Мамино время», поэтому, когда мама приходит сюда подождать своего ребенка, нет уж, нет уж. Мы тоже занимаемся с мамой, мама занимается уругуми и вяжет, и с ними занимаются психологи. Есть совместные мероприятия «Мать и ребенок». И за день вот порядка там 90-100 детей через нас проходят. Новые технологии, которые делает Роскосмос, которые оборонная промышленность разработала, все здесь, в этом центре. Так что успех у нас будет по-любому. Сейчас центр готовит новые сюрпризы. В ближайшее время здесь проведут дискотеку в стиле 90-х, а также показ мод. Жизнь в «Родничке» бьет ключом.